Ребята, всем привет! Вы на канале Toy Joy Kids. Ребята, сегодня в нашей Анжелке я предлагаю сделать какой-нибудь клевый новый образ. Анжелка, пойдем скорее в гардероб. Что мы можем тебе сделать? Давай посмотрим. Ребята, а что если мы нашу Анжелку сегодня превратим в ведьмочку? Давайте ее оденем в костюм на Хэллоуин. Анжелка, ну теперь тебе обязательно нужно поменять шубку на черную. Мне кажется, будет смотреться клево. Но тебе не подходит слишком яркий макияж. Давай сделаем что-нибудь более темненькое. Ребята, а помаду для губ я предлагаю сделать Анжелке красную. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Нет, ребята, помада мне все-таки не нравится. Что мы можем сделать еще? Ребят, мне вообще кажется, что с черной шубкой не подходит, ну, просто никакая помада. Как бы нам этого не хотелось, мы не можем подобрать что-нибудь более подходящее сюда. А что если мы оставим ей вот такие серенькие блестящие губки? Давайте попробуем. Но мне кажется, что нам нужно поменять цвет глаз. Я думаю, нам очень подойдут вот эти желтые глаза. Посмотрите, какая клевая у меня получилась ведьмочка. Ребята, а что если мы сделаем ей шерстку другим цветом? Может быть, все-таки стоит оставить ей шерстку белого цвета? Давайте попробуем подобрать ей подходящий макияж под белую шерстку. Ну вот, смотрите, теперь мне кажется, что смотрится гораздо лучше. Давайте оставим так. Посмотрите, какая у нас Анжелка стала ведьмочкой. Мне кажется, смотрится просто потрясающе. А теперь, ребята, давайте посмотрим, какие у нас есть наклейки. Недавно я купила у других игроков недостающие мне наклейки. Давайте расставим их по местам. Посмотрите, мы разблокировали очки хипстера. Ух ты, а теперь у нас есть светлые волосы на одну сторону. Посмотрите, я закончила 18-ю страничку, и мне дали 5 алмазиков. И 19-ю страничку я тоже заполнила. Ребята, мне не хватило только двух наклеечек. Давайте попробуем разобрать наши пакетики с наклеечками и посмотреть, попадется ли мне такая наклеечка. Ребята, нам попалась 131-я наклейка. Давайте поставим ее на место. Ух ты, какая красивая кошечка. И это была страница 16. Мы разблокировали приму-балерину. Давайте откроем еще один пакетик. Вдруг нам попадется и 139-я наклеечка. Наконец-то, ребята! Нам попалась 139-я наклеечка. И мы закончили 17-ю страничку. Разблокировав все странички, мы получили принцессу. Давайте посмотрим, что это. Ух ты! Как это клево смотрится! Ребята, у нас открылись новые странички. 20, 21, 22, 23 и 24. Ребята, если вы хотите заполнить эти странички, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Напишите в комментариях, какой бы вы хотели сделать образ в следующий раз для Анжелки. И если вам понравилось видео, поставьте лайк. Вы были на канале Toy Joy Kids. Всем пока-пока!